Представители крупных предприятий Сибири встретились со студентами Политехнического университета на профориентационном форуме. В крае встреча такого масштаба проходит впервые. На площадке представили более 8 направлений – химическое, машиностроительное, экономическое и другие. Но больше всего студентов интересовала возможная работа в строительной отрасли. Я планирую заниматься тем, что изучать различные материалы при строительстве, использовать их как-то в проекции зданий. Ну и все смежное с этим тоже будет использовать. Организаторы отметили, что сейчас профессии, которые получают студенты политеха, востребованы на рынке. Форум будет проходить 3 дня. Учащиеся смогут познакомиться с профессиями не только в теории, но и на практике. Запланированы выезды на предприятия. Потому что то, что ты получишь, это здорово, те знания и компетенции, но и когда реальный сектор тебе говорит, что вот, уважаемый будущий наш работник, ты должен соответствовать таким-то параметрам, критериям, это на самом деле мы считаем уникальная возможность.